Приветствую вас и ситуация, в которой вы оказались, достаточно сложная, неоднозначная, и я чувствую, что вы в ней оказались. Я понимаю, что вам тяжело, но тем не менее, если говорить о помощи в этой ситуации, то в первую очередь нужно сказать так. Давайте посмотрим, кому выгодно то, что происходит. И я думаю, что наибольшую выгоду от сложившейся ситуации получает ваш гражданский муж. Ему удобно, что вы живете с ним в определенных условиях, которые, опять-таки, удобны ему. И он также, будучи невежливым, таким образом оправдывает свое грубое с вами обращение. И вы почему-то все это терпите. Думаю, что здесь имеет место быть определенная зависимость от него, может быть, в плане жилья, может быть, еще в чем-то, но эта зависимость держит вас, потому что условия, которые мужчина вам предоставил, мягко говоря, не соответствуют никаким стандартам и противоречат моральным даже требованиям, моральным устоям, причем моральным устоям самым-самым фундаментальным. То есть можно вести речь о том, что мужчина вас не уважает, мужчина не заботится о ваших чувствах, мужчина не переживает по поводу того, как вы себя ощущаете, что наносится удар вашим гордости, самооценке и прочему. Все это мужчина не волнует. Исходя из этого, можно сделать вывод, что он не совсем вас любит, а скорее ему сейчас с вами хорошо. Вместе с тем, он вас возвращал. И возвращал не один раз с обещаниями и слезами. Это означает, что вы для чего-то ему нужны тоже. И в контексте такого его обращения, отношения к вам, можно сказать, что вы для чего-то нужны ему конкретно. Идеальным для вас в этой ситуации будет последовательная деятельность по созданию независимости от мужчины, чтобы вам всегда было куда и кому уйти. Отсутствие у мужчины уверенности в том, что вы будете неограниченное количество времени терпеть подобное с его стороны отношение. Мужчине необходимо показать, что вы можете уйти совсем и начать жизнь с другим человеком, с тем, который будет относиться к вам соответствующе, достойно и чутко. Именно через страх мужчины потерять вас можно достучаться до него и простимулировать его на изменение ситуации, которая есть сейчас. С другой стороны, неплохо было бы понять, чем вы вызываете нужду у мужчины, почему он вас нуждается так сильно. Думаю, исходя из вашего описания, нельзя говорить о наличии чувств к вам. Здесь может быть эмоциональная потребность, может быть интимная потребность, может быть что-то еще. Эту потребность нужно выявить и, соответственно, при неудовлетворительном поведении мужчины перестать давать ему то, что он хочет. Потому что он именно так с вами и поступает. Далее,
Если, как вы говорите, квартира находится на стадии продажи, то всегда есть точные сроки. Сроки, когда данная жилплощадь будет продана. Соответственно, то, что мужчина держит вас на неизвестности, говорит о том, что опять-таки так ему выгодно. Опять-таки, так он хочет. И это вам нужно срочно пресекать. Во-первых, потребовать от мужчины в обязательном порядке предоставления вам конкретных сроков того, когда будет продана квартира, потому что условия, еще раз повторюсь, совершенно неприемлемы. А во-вторых, если конкретные сроки мужчина предоставлять откажется, то вы, соответственно, выдвигаете ультиматум, говорите о том, что если сроков не будет, то вы от него уйдете, потому что терпеть дальше это не намерены. И если мужчина вами дорожит, то скажете вы готовы к нему вернуться, но только на другую жилплощадь, где будут гораздо более лучшие условия, чем те, что есть сейчас. Вот именно так, то есть, грубо говоря, заботясь о себе и защищая свои интересы, вам и нужно поступать. Потому что получается так, что мужчина защищает интересы свои, и человек, с которым вы проживаете, но при этом не защищает интересы ваши. И в этой ситуации именно вы являетесь крайней, именно вы являетесь жертвой, надеясь на то, что что-то изменится. Но на самом деле, если ничего не делать для изменения этой ситуации вам самой, то сама ситуация, скорее всего, не поменяется, либо поменяется, но очень-очень нескоро. А зачем, если мужчину все устраивает? И в обязательном порядке, пересмотрите свои отношения с мужчиной вообще, потому что его поведение в целом очень и очень оскорбительно и унизительно к вам. Совершенно непонятно, почему вы терпите подобное отношение. Возможно, вы недостаточно сильно себя любите, недостаточно себя цените, не уверены в себе или чего-то боитесь. Если что-то из перечисленного вам близко, то необходимо это разобрать, устранить так, чтобы вам ничего не мешало идти к нормальной жизни, к своему счастью, к тому, чего вы хотите и чего желаете. Без этого вы не обретете счастья ни с ним, ни на этой жилплощади, ни на другой, ни с другим мужчиной. С этим все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.